Йоу! Всем привет, братья мои, сестры, друзья мои, подружки. С вами, как всегда, я отец Шимору, и добро пожаловать в игру под названием Total Lockdown, ребята. И да, это новые голодные игры. И это новые голодные игры от наших с вами соотечественников, как говорится, и я не смог пропустить, естественно, значит, игру. Открылся у нее ранний доступ, значит, я тебе, естественно, оставлю ссылку в описании, если хочешь посмотреть. И сегодня мы будем с тобой смотреть и оценивать эти новые голодные игры. Так как ты знаешь, что я отец всех голодных игр, соответственно, не могу пропустить голодные игры новые. Королевская битва. Эта королевская битва необычная, насколько я почитал. Сражаемся мы на небоскребах, короче. И лава, или газ какой-то, да, смертельный, поднимается и сверху, и снизу. Остается один этаж, в итоге выживают сильнейшие. И еще я сразу заметил, просто обрати внимание, ты не находишь, что этот персонаж похож на персонажа из клипа «Гориллы» с чем-то по стилистике, не? Прям песня из «Гориллы» играет, не знаю почему, но это охуенная стилизация. Я такой еще в играх не видел. Ладно, давай нажмем бой. Здесь сейчас у нас есть персонажи разные, да, которых в принципе нет на альфе, но скоро, как я думаю, всякие шкурки будут добавляться и прочее-прочее. Поэтому интересно будет на это посмотреть. Как я понял, это голодные игры в казуальной достаточно стилистике, да, но со своими интересными механиками. То есть игроки из шутеров здесь должны прочувствовать удовольствие, и, соответственно, слабые игроки тоже здесь должны прочувствовать удовольствие, потому что смогут научиться, соответственно, быстро привыкнуть к стрельбе, которая здесь есть. Она достаточно казуальная, как я видел на нескольких роликах, как бы, и это, наверное, даже большой плюс, потому что порог вхождения в игру будет легким. То есть, если ты еще не набрался, например, тигриных навыков, да, соответственно, ты еще не такой убийца всех голодных игр, соответственно, тебе можно поучиться играть, соответственно, здесь и получить от этого удовольствие. Ладно, что у нас? Ждет закаточка, пока мы врываемся, соответственно, ждем и начинаем бой. Итак, друзья, каточка подгрузилась, я уже здесь. Вот, мы должны с тобой выбрать этаж. Куда мы с тобой попадем? Так, значит, склады, апартаменты, люкс, терминалы, парковки, склады. Блин, я не знаю даже, где начинать. Давай на 14 этаже начнем. Посмотрим, что у нас из этого получится. Куда пойдет газ тоже? Давай набор телохранителя возьмем. Можно выбрать, видишь, три набора. Набор анархистов. Кстати, давай лучше анархиста возьмем, потому что есть медицинская инъекция. То есть, если что, вколемся, если вдруг нас расстреляют, короче, с тобой. Итак, вот она каточка. Каточка начинается. Собираем предметики и понеслась. У меня только ствол. У меня только ствол. О, отлично. Пирочка есть. Пилечка есть, пиписочка есть, значит. Мы с тобой находимся на этаже. Лава, 5, 23, 24 этаж. Понял? Лава, короче, не лава, а газ, соответственно, да, идет с этажей ниже. Кто-то здесь бегает? Чувствуешь, да, стилизация какая офигенная, просто кайф. Так, значит, вот эту пишку возьмем. Значит, нас просвечивает. Здесь еще угарные реплики, да, я это услышу. Угар, ни хрена себе, меня вшатали! Почти вшатали, точнее, ёлки-палки. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да! Вот это началка. Вот это началка. Меня кто-то чуть не отжимбенил. Вот это жопа. Вот это жопа вообще. Так, ладно, подожди. Хотел... Так, давай возьмем вот эту вот пирочку у него. Вот эту пирочку возьмем. У меня сейчас нет патронов. Нужно патриков как можно больше нахапать разных. Обоймы здесь, как бы, собираются пушки, собираются, соответственно, девайсы. Ты видел, да, как меня чуть-чуть не раздолбили просто? Чуть не отшимбинили. 1% пацан меня оставил. Просто жесть. Ладно, давай смотреть, что у нас здесь будет дальше. Какие у нас здесь будут приключения. Чуть в лобби не отправили меня, понимаешь? Графически мне нравится, как оформлено. Наши этажи пока свободны. Мы можем, соответственно, поехать поискать ребят, которые воюют на других этажах. Происходит это вот таким вот образом. Давай попробуем с тобой смотаться на 18-й. Посмотрим, насколько там жестко. Много людей, видишь, как бы. 55 еще... Ой-ой-ой. Там что-то очень жесткое накидывают. Здесь кто-то есть? Здесь кто-то есть, ребята? Давай повнимательнее, значит. Лутаешься? Полутался уже! Какой-то там солджи. Ник у чувака был. Долутался парень. Этот мальчишка долутался. Этот мальчишка получил удовольствие. Значит, хорошо. Здесь мы тоже чистанули. Надо по этажам проехаться, посмотреть, как там ребята будут чувствовать себя. Так, значит, возьмем с тобой немножко патриков. Потому что чувствую опасность. Мне очень нравится, как стилистика сделана, да? Ну, ты заметил.
Стрельбеца? Казуальненькая. Вон, видишь, там наверху перестрелка. Надо догнать, надо догнать. Надо догнать пацаненочка. Блин, слушай, как у тебя вообще дела, как настроение? Как относишься к подобной стилизации, к подобным играм? Мне интересно. Ну, маленький. Дергает очень сильно пушку. Вон там, война. Надо выше пробежаться. Где-то здесь пацаненок. Значит, очень интересно всегда что-то новое прочувствовать, да? В голодных играх я такой стилизации еще не видел. Здесь еще бормочет тебе постоянно ведущий. Непонятно о чем, как бы. В принципе, понятно, здесь типа чувство юмора, как бы, у нас должно заиграть. На этаже номер один, как будто он вдолбленный в хламину просто. Трусы и маленькие девочки, говорит. Где же здесь негодяй-то бегал? О, глушачок, хорошо. Еще глушачок, это мне не нужно. Так, камера, смотрим. Мы на каком? Мы на 21-м, скоро лава спустится вниз, газ точнее, да? Поэтому нам, по идее, нужно бежать вниз. Система и механика здесь именно вот такая, то есть, да? Ты должен следить постоянно, какие этажи заполняются, какие нет. И, соответственно, должен остаться один. Выжить. Выживет, как говорится, только один. Я на 19 этаже, это тоже небезопасный этаж. Поэтому давай слетаем еще ниже. Может быть, здесь тут... Ой, я кого-то слышу. У меня датчик какой-то, смотри. Очень интересно, куда меня направляет? Смотри, смотри, смотри. Кто-то сверху, либо снизу, да? По звукам. Смотри, стилистика какая. Просто офигенно. Просто тащусь. Робот ездит. Забираем штуку. Эта карточка на этаж, видимо, какой-то пускает. Здесь есть магазины. Как бы магазины работают, да? Соответственно, с девайсами, с лутом можешь закупиться, если вдруг у тебя какие-то проблемы с лутецким, и получить от этого удовольствие. 19 человек. По мне стреляют? Такое ощущение, что кто-то шимбинил по мне. Привет, родной. Нравится тебе? Так, хорошо. Втыкаемся. Сейчас к нам могут прийти. Мне нравится такая стилистика. Быстрая, знаешь, динамика есть. Все стилизовано хорошо. И как бы на реакцию, соответственно, твоей стрельбы. Это очень круто. То есть вся игра на реакцию. Как ты реагируешь на ситуации? Это вообще стоящий какой-то парень. Этот парень абсолютно стоящий. Этот парень не доставляет удовольствия. Давай посмотрим. Так, вот, хорошо. Еще раз вколимся. Еще 17 в живых, очень много в живых. Мы на 16 этаже, как раз все должны примерно на этот этаж прийти. Есть у тебя насадки какие-то? Насадочки какие-нибудь. Можно мне поставить? У него снайпа была, видишь? Это выбросить. Я бы хотел переставить вот сюда, но не переставляется коллиматор. Как бы. Давай, поднимем все. Видишь, я не могу поставить. Давай сделаем вот так вот. Вот так вот сделаем. Ганчик. Да, ганчик я себе взял, МП-5-шечку. Подожди, это МП-5 на земле, что ли, получается? Давай разбираться, как это работает. Оружие. Оружие и броня. Это окрестности. А, это на мне получается, да? То есть... Да. То есть вот так вот сделай. Еще шумы. Одиночный патрон, очередь. Давай оставим одиночный. Давай смотреть, где еще говнари. Нам все равно показывает, где что. Вижу. Война идет. Нужно ниже спускаться. Еще ниже пошла девочка. Палит меня. Хорошо. Чувствую себя... В клипе Гориллос. Этот вообще потерянный шел. Так, все отлично. Все стекаются, видишь, на этаж. Средняя броня. У меня тоже средняя броня. Оставляем так. Все потихонечку стекаются на мой этаж, потому что...
15-й, как раз середина примерно, 15-16 этаж, куда-то идет газ в последнюю очередь. Он сверху и снизу поднимается, насколько я понимаю. Надо другие пушки попробовать. Двигаться как можно тише. Да, как точно? Вы сможете услышать, как вы умираете. Старайтесь передвигаться как можно тише, так вы сможете услышать, как вы умираете, блядь. Так, мне еще показывает, где. Вот это я понимаю, слушай, с юмором, с угаром сделали. Чисто чиллаут такой батл-рояль, отдохнуть, понимаешь, там после работы прийти пострелять. Это такой кайф. Давай посмотрим, что здесь еще. Мне прям интересно, я хочу последить за этой игрой. Мне прям интересно, что будет дальше, что будут вводить разработчики и придумывать. Потому что есть в ней что-то такое, понимаешь, что-то свое, своеобразное такое, интересное, чего я не видел раньше в голодных играх. Это прикольно. Так, вот у нас тоже звуки идут откуда-то. Вот бы не получить сейчас, понимаешь, отчекрышку, как говорится. Будет очень неприятно. Так, где-то наверху еще стрельба. Верхний или нижний этаж? А, вон. Чё ты прячешься? Челики! Да, я его убил. Он не понял, откуда в него стреляют. Там еще на этом этаже дофига людей. Двое, как минимум. Нужно чекнуть их. Еще двое, посмотри-ка. Молодых тигренка. Потому что за одним он гнался, другой подошел. Непонятно, видел он его или нет. Как бы от кисулю не получить. Ладно, давай глядеть. Давай посмотрим, что у нас здесь и как. Пока все четко идет. Бронежилет мне не... Хотя давай поменяем, наверное. У меня уже покоцанный он. Этаж. Опа! Нам выше нужно! Газ сейчас пойдет. Нам нужно выше брать. 5 человек остается, финалочка. Вот видишь, газ идет, типа. Газ идет снизу. Финалочка у нас, ребята. Нам вот сюда. Да. Это финальный этаж, где схлестнуться... Говоря, один парень упал. Мы запускаем радар. Вы наверняка уже устали сидеть в засадах. Пришла пора разгонять. Здравствуй! Здравствуй, маленький! Ишь, ты решил меня вальнуть, а? Давай посмотрим. Почти убил, кстати. Негодяй вообще конченый. Может, у него что из пушек было интересного? Так, а что это у него за пушка такая? Штурмовая винтовка, смотри. Пятьдесят из 50. И там тоже воюют. Блядь! У-у-у! Как я испугался! А что это за винтовка такая? Ты видел? Тю-тю-тю-тю-тю накидывает. Вряд ли можно найти хорошее. Еще трое. Только если еще трое, ребята. Гангстера. Хотя все вы уже здесь. Обвесы повесены? Да, обвесов у нее не так много. Ух! Слушай, жестко, слушай, мне нравится прям, а? Динамика такая бодренькая. Трое осталось. Это этаж финальный, мы все на этом этаже. И все хотят любви. Все прячутся сейчас. Непонятно где. Да, 18 этаж, все перекрыто газом. Кто-то, возможно, добирается с нижних этажей, кто не успел контролировать зону. На аптечках сейчас. Да, у меня практически пробит броник, кстати говоря. Очень плохая ситуация для меня. Давай посмотрим. Берем бронежилет, отлично. Внимание! Легкий поставили, но зато не пробитый. Облако ядовитого газа. Неужели вы хотите просто сдохнуть, задохнувшись? Подарите нам экшена! Бегите в безопасность! Голограмма! Я на голограмму попался. Кто-то в углу сидит? Выпаливает ее. Слушай, очень очково. Кто-то палит по голограмме, понимаешь? Взломать магазин. Контролируйте состояние своего здоровья.
будем контролировать. Может, он за меня уже преследует? Зона потихонечку сужается. Здесь голограмму кто-то кинул. Вон, вижу. Мальчишка бегает, а? Хилится там. Давай, маленький! Даже не понял, откуда. Это я! Это я! Джек, мать его, потрошитель! Это про меня! Не отступать, пупсики, не буду. Здесь где-то голограммщик еще должен прятаться. Еще должен один маленький быть. Слушай, такой кайф. Хоть бы не откиснуть, а? Хоть бы не откиснуть. Пойдем вместе с зоной. Нас все равно причекрыжит быстро. Но где он прячется? Абсолютно непонятно. Понимаешь, где-то спрятался. Я уже пару раз... Да! У-у-у! Чайный пакет, братишка! И это топ-1! 11 фрагов, понимаешь? Спрятался, зашхерился, как бы, и мы его в хедик просто прострелили. Вот это я понимаю, радость моей жизни, да? Вот эта винтовка вообще... Вот это бомба! Ну что, друзья, мы с тобой посмотрели сегодня на новый... Батл рояльчик, да? Игруха находится в раннем доступе сейчас, да? Соответственно, можешь попробовать поиграть, я тебе ссылку в описании оставлю. Я очень буду следить за этим проектом, потому что мне подобные игры нравятся. Это, знаешь, такой чиллаут батл рояль, где просто получаешь кайф. Я не знаю, то есть я прям получил позитивные эмоции. Пиши, что думаешь, мы с тобой увидимся на новом видео. И до новых встреч, друзья. Пока-пока.